Исходя из опубликованного обращения, главным лозунгом нового департамента со старыми проблемами стал лозунг «Присоединяйся». Опуская текущую работу, ближайшей задачей триумвирата руководителей станет попытка установить с молодежью более тесный контакт. В частности, поверить в себя и свой город, вовлечь в общественную жизнь, понять и сформулировать главные проблемы. Документ пестрит риторическими вопросами, ответы на которые, следуя призыву, предстоит найти общими усилиями. Недовольство и недопонимание результатов конкурса на тогда еще вакантные места подстегнуло оппонентов выступить со своим печатным заявлением. Кроме того, подать в Думу заявку на организацию 18 июля пикета с тематикой «Говорящие за себя» против интриг и политиканства в молодежном департаменте. Вы знаете, нам не совсем понятно, почему именно этих людей назначили в молодежный департамент, так как ни Теодор Быковский, ни одна из Марьян не участвовали ни в создании Координационного совета общественных организаций. Также они не участвовали в разработке концепции по работе с молодежью в нашем городе. И в связи с этим мне непонятно, как они собираются осуществлять работу с молодежью, как они собираются осуществлять вот эту концепцию, разработанную не так давно. Главным лейтмотивом обострения отношений с городскими властями, по мнению общественников, послужили как минимум два момента. Первый – цитата из заявления. Это превращение молодежного департамента в партийный филиал Гитлер-Югента для предстоящих выборов. Общеизвестно, поясняют организаторы пикета, что двое сотрудников департамента, Марьяна Иванова-Евсеева и Ирена Иванова, имеют партийную принадлежность к Центру Согласия и ЛППЛЦ соответственно, такую же, как мэр и первый вице-мэр города. Второе. Личность самой Марьяны Ивановой-Евсеевой. По словам протестующих, в ходе консультации с Виталием Азаревичем большинство молодежных лидеров были против ее кандидатуры. Тем не менее, назначение произошло. Сама первый специалист воспринимает обвинение как необоснованное. По этому поводу я могу сказать следующее, что нужно отделять мух от котлет. Есть моя профессиональная деятельность и есть мое личное время. Как моя личная жизнь, как мой муж, как мои интересы, как мой альпинизм и другие увлечения, также есть моя политическая принадлежность. Да, бесспорно, я занимаю активную позицию в партии, я являюсь помощником Урбановича всеми, но это никак не относится к моей работе в молодежном департаменте, потому что здесь у нас есть конкретные цели и масса мероприятий, масса проектов, которые нам нужно реализовывать. И этим я занимаюсь 8 часов в день. Про пикеты, про идею проведения пикета слышал. С ребятами, которые его организуют, лично не знаком, скажу честно. Меня радует один момент, что никто не выдвигает претензий к моей работе. Да, моя работа в чистом виде управленческая, как работа департамента, это обеспечение определенных мероприятий, связанных с молодежной деятельностью, с молодежной жизнью, это лагеря, трудоустройство, массовые мероприятия и тому подобное. Да, то есть, если есть какие-то претензии политического свойства, они, по сути, меня очень мало касаются, мало волнуют. Моя задача – это обеспечение работы департамента. Мы хотим добиться некоторых изменений в работе молодежного департамента, так как не совсем понятно, как проходил конкурс все-таки на эти должности. И мы не уверены, что работа молодежного департамента в связи с некоторыми событиями улучшится. То есть, соответственно, в данный момент мы видим только ту ситуацию, что сменили шило на мыло. Разрешение на пикет пока не получено, но на него очень надеются, подчеркивая мирный характер акции протеста. Сотрудники департамента, в свою очередь, готовы к диалогу с протестующими, если, конечно, их пригласят. Кроме того, отмечают, дать ответ на вопрос, как мы работаем, сможет только время, а его у нас пока еще и не было. На это надо все время, поэтому мы его просим у молодежи не судить о нас строго на данный момент, потому что мы только начали работать, и пока у нас хватает работы, связанные с более первоочередными задачами, касающимися трудоустройства лагерей. По поводу того, что мы заявили, что надо популяризировать всю среду, то есть молодежный департамент, и чтобы у нас к нам было доверие, это тоже вопрос будет решаться, но это мы можем доказать только работой. Одного лекарства нету. Следуя заявленной программе действий, приоритетом новой молодежки должна стать работа с общественными организациями. Последние, в свою очередь, пока выступают главными оппонентами по существу. Удастся ли сторонам найти общий язык, покажет перспектива. В противном случае работать департаменту будет нелегко, а главное – не с кем.